Всего в Одинцовском округе 14 военных городков. Кубинка 1, 2, 8, 10, городок улица Армейская, Чистцы 1 и другие. Объединяет их не только принадлежность Министерству обороны, но и проблемы. Плачевное состояние жилого фонда, дорог, жилищно-коммунального хозяйства. О передаче ведомственных населенных пунктов муниципалитету начали говорить еще лет 10 тому назад. А ВОЗ сдвинулся с места незначительно. До сих пор по многим военным городкам мы не знаем ни сроков передачи, ни когда будет развита инфраструктура, когда администрации начнут все-таки вкладывать туда свои деньги, не боясь попасть по нецелевое расходование бюджетных средств. Передать на баланс квартиры, но не целый дом. Вместо 7 земельных участков 6, как это произошло в Немчиновке. Так работает Министерство обороны. Представитель ведомства, присутствующая на круглом столе, поясняет, идут работы по формированию земельного участка. О сроках окончания процедуры умалчивает. Аналогичная ситуация складывается и в других военных городках. Передаются здания, но не земельные участки. Серьезная проблема – это формирование земельного участка, который нужно передать, и формирование объекта. Если объект можно не сформировать по 423 федеральному закону, то, как вы правильно сказали, внесли изменения, в соответствии с которыми необходимо формировать земельный участок. На это необходимо выделять деньги. Денег на межевание у ведомства недостаточно, поэтому пока вопрос остается нерешенным. Впрочем, на другие вопросы представитель Министерства обороны также ответить не смогла, объясняя тем, что они находятся не в ее компетенции. Следующую встречу, посвященную проблемам военных городков, общественники предложили провести уже летом. А пока инициативные жители займутся составлением паспортов проблем ведомственных населенных пунктов. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».